Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании, а теперь поехали смотреть крутой ролик. Я закинул 3349 рублей на сайт TopSkin, чтобы проверить его, открыть все эти кейсики. Например, Санта-Клаус, как тебе кейс? 500 рублей, Карл, и здесь есть куча ножей и куча перчаток. Выбить себе какой-нибудь топовый дроп и все это залутать с помощью всего лишь одной попытки. Но честно, я не был с вами честен. Я не закидывал 3300. Я закинул всего лишь, если я не ошибаюсь, всего лишь 2300. Есть, да, 2300. Все просто. Я использовал промокод 40беру. Это самый рабочий, самый окупной и самый лучший промокод, который только есть на этом сайте. Любая твоя сумма, будь это 100 рублей, 200, 300, 400, она всегда перемножается на 40%. И знай, что больше промокода ты точно не найдешь. Поэтому, если когда-то будешь пополнять, а пополнять ты можешь абсолютно любыми способами, используй промокод 40беру. Ну а мы приступаем. Топ скинчик. И давай начнем с чего-нибудь супер интересного. У нас 3000 рублей. Принц Перси, ни хрена себе. Посмотри, какая красивая. Это что такое? А почему так? Ладно, я даже и не в курсе. Я играл в старый Принц Перси, Пески времени, или как-то так назывался. Блин, посмотри, как это красиво смотрится. Это нереально красиво смотрится. Модельки просто поднимаются. Вот так вот это все делает. Это супер красиво. Я не знаю. Это прям нереально красиво. Топ скин. Прямо сейчас. Не, ну арка. Нет, нет, нет. Вот, вот, ладно, хорошо. Выпал неоновый гонщик. Это топ. Но там был хороший скин. Блин, ладно, все. Давай не будем ныть. Я сейчас 3600 выбил. В принципе, ролик начался хорошо. Я уже ушел в плюс. Все нормально. Давай просто открывать. Просто пробовать. Блин, как это красиво. Представь вот просто зимний домик. Вот представь ты. Тебе примерно 40 лет. И ты живешь вот в таком домике. У тебя семья. Дети. Ну, там типа, там, я не знаю, там, любовница, снегоход. Что там ты хочешь себе выбрать? Ну, это же вообще топ. И ты все это время визуализируешь, расти. Почти нож. Какая же сволочь. Он просто почти выдал нож. 4000. Мы вышли в плюс, но это почти ножик. И при том, что мы открываем второй кейс. Неплохо. Мне нравится, когда ты заходишь на топ-скин, и ты сразу полетел вверх. Ой-ой-ой, смотри. Токио, либо ВР. ВР, либо Токио. Давай, наверное, Токио. Слушай, они со скидками кейсы. Мне это, конечно, нравится, что они сделали скидки. Но мне кажется, это фейк. Лимитное открытие 11 тысяч. То есть еще 11 тысяч, и этого кейса не будет. Но, когда делают лимитные кейсы, в них укладывают намного больше шансы на победу. И вот давай спросим, здесь реально шансы выше? Стоять! 28! Тут нереально большие шансы. 21. Я наврал. 28 сказал, да, дебил. Я подумал 28-21. Да какая разница, суть это не меняет. 22 почти тысячи рублей мы открыли на 2000. Вот это я понимаю. Настоящие повышенные шансы. Так, хорошо. Если мы открыли Токио, мы можем пойти в ВР. Ну, я ВР хотел бы открыть, конечно, но мне не нравится название типа ВР. Что значит ВР? Ну, типа, бля, ВР очки. Я не фанат ВР. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот, вот МК, вот это Global Offensive у меня есть 2000 стоит. Это я точно знаю. Но... на слив, да, получается? Да. Получается минус 1500. И оно, знаешь, оно всегда так. Если ты не хочешь открывать, вот просто бери и не открывай. Ну не надо оно тебе, вот, ну не нужно тебе открывать то, что тебе не нравится. Вот мне нравится самурай, да, кейс. Хотя я не фанат самурая, хотя вот, допустим, секира я прошел. Но аниме я не смотрю. И я верю, что 3750 я сюда заливаю, и он меня окупит. Ну, такая, да, сомнительная, конечно, тактика. Но давай проверим, да. Гамма-волны. Просто гамма-волны. Вы посмотрите сейчас, что может выпасть. Стоп, не окуп. Не окуп, ничего страшного, движемся дальше. Вроде бы выпало-то хорошо, но это меня не окупило, поэтому 200 я до сих пор в минусе. Короче, моя тактика, галактика, она просто провалилась. Вот кейс мафии, смотри, вот я на него смотрю, 7000 рублей. Ну нахрена такой кейс делать, дорогой? Я реально не хочу его открывать. Как бы я не понимаю... Нет, я понимаю, тут очень много ножей, тут очень много перчаток, и теперь я это понимаю. Давай попробуем открыть на 2 раза. Может быть, там что-то выпадет. Я, конечно, не знаток. Скоростной зверь. Поток! Это что за мигалка? Не понял. 9000.
блять. Ну и говно, ну и говно. При том, что поток должен был стоить дорого, он стоит супер дешево. А вот этот 5.7 мигалка, наоборот, должен был стоить дешево. А он стоит дорого. Ну, нормально, ничего страшного. 17 тысяч рублей, мы до сих пор в плюсе. Пойдем посмотрим на кейсики. Знаешь, на какие? Очень сильно хочу открыть дропмайник и очень сильно хочу открыть фейд. Просто 100 раз за 1000 кейсиков и просто попробовать. Короче, суть этих кейсов в чем? Ты можешь открыть 100 кейсов, и со 100 кейсов тебе может вот конкретно с этого кейса упасть какой-нибудь фейд. А вы знаете, что коллекция фейд, она дорогая. Я не знаю, сколько стоит МАК 10 градиент, но это уже очень дорого. Так, хорошо. Еще МП7 градиент, неплохо. Это вообще в 2 раза лучше. Так, ну давай. Дамы и господа, прямо сейчас я должен посмотреть, сколько это стоит. 3 раза. О, так, ну мы потратили косарь. Я надеюсь, это стоит 3500. Подождите. Так, а можно еще раз? Еще раз? Ну только давай теперь не фейд. Хотя нет, давай фейд. Давай фейд, потому что нам сейчас выпало, чтобы вы поняли, только МАК 10 и МП7 градиент. Представь, если выпадет ГЛО градиент. Если градиент UMP. UMP градиент стоит, чтобы вы понимали, 1020. ГЛО градиент стоит 100 тысяч. Поэтому давай крутанем еще раз. Ну а вдруг, случайным образом, это нам поможет. Ну почему нет? Вдруг. Я знаю, что скорее всего, вероятнее всего нет. Но почему-то сильная охота. Ну давай, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Прошу, пожалуйста. Ну хотя бы разок. Ладно, понял, понял. С первого раза выбил 3 пушечки, окупился и уже хорошо. Ну тогда поток информации. Давай откроем его. Я сегодня закинул 3000 рублей. Конечно, я буду рисковать и, конечно, я буду делать в конце апгрейд, потому что это, наверное, самое любименькое. Подождите, что-что? USPS, поток информации, поток информации, Дигл. Not bad. Я это возьму. 5700. Как же это жирно. 23 тысячи. Вот я закинул 2200. У меня баланс 23 тысячи. Давай попробуем сделать невероятное. Давай попробуем сделать 50 тысяч рублей. Я знаю, что это очень рискованно. Но вот эту вот зубочистку я бы с удовольствием забрал бы. Просто с 2000 рублей. Шанс 31%. Почти 32%. Пожалуйста. Поставь лайкосик, если будешь играть, используй промокод 40BERU, это тебе 100% окупит. Ну а прямо сейчас затряслось, все завертелось. Еще все дальше, 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 дальше. Да! 40, 50 тысяч, 50, Карл.